Всем привет, Сергей из Флориды. Я давно увлекаюсь антропологией. И вот недавно появился такой антрополог на YouTube, Станислав Дробышевский. Вот. И меня, в общем-то, он очень заинтересовал, конечно же, его эти выступления. Я решил выяснить, а кто же были его предки. Вот. Каким никакого секрета нет, как это я сделал. Я просто взял большое количество снимков Дробышевского с YouTube, скопировал и измерил пропорции лица и головы. Ну, там большое количество снимков, но я не буду их показывать. Это, в этом совершенно нет необходимости. Вот. И я, в общем-то, измерил пропорции его и пропорции различных доисторических людей. Вот. И я абсолютно уверен, с вероятностью, наверное, 99%, что его бабушка, какая-то там прапрапрабабушка, встречалась с австралопитеком. Это с правой стороны. Вот. Я не знаю, как к этому относился его прапрапрадедушка, который был неандертальцем. Это с левой стороны. Вот. Но, тем не менее, в чертах Дробышевского, в общем-то, очень заметны вот эти вот по пропорциям, по этим замерам, очень много общего, как с австралопитеками, так и с неандертальцами. Вот. Ну, я вам рекомендую всем, конечно, эти измерения сделать для того, чтобы перепроверить мои утверждения. Но даже если вы не будете никаких делать измерений, а просто посмотрите на эти фотографии и рисунки, то вы увидите очень-очень много общего и очень большое сходство как с одним предком, так и с другим. Поэтому у меня никаких сомнений в этом плане нет. Вот. И я желаю Станиславу Дробышевскому успешных выступлений на YouTube. С большим интересом я слушаю его вот эти выводы. Все, пока. Стасу привет передайте.